Эта история началась с того, что в одну из больниц города привезли 27-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму. Пациента поместили в отделение реанимации, но врачам не удалось спасти жизнь человеку. Он скончался, не приходя в сознание. По данному факту, в следственном отделе по строительному району города Казани возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть. Полицейские выяснили, что молодого человека, истекающего кровью, нашли в одном из дворов на улице Челюскина. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и вскоре выяснили, что произошло. Оказалось, во дворе произошла драка, в ходе которой потерпевшему была нанесена смертельная травма. Короткие сроки полицейскими был задержан 24-летний житель Казани. До того, как оказаться в отделе полиции, подозреваемый даже не догадывался, что его разыскивают. Узнав о том, что произошло, молодой человек сразу во всем признался. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело в отношении него в ближайшее время передадут в суд. Артем Агалаков, эфир 24.